Владимир Путин принимает решение сам. И каждый из нас принимает решение сам. Путин любит Родину. Не только ее прошлое, но и делает все возможное, чтобы мы все вместе могли гордиться настоящим и с надеждой глядеть в будущее. Путин, в отличие от многих других возглавляющих страны зарубежья, не летит в Вашингтон, когда ему надо принять важное решение. Он не едет в Брюссель, он выходит к нам, к людям. 2 декабря он выходит на референдум, и он говорит: «Я хочу быть со своим народом». И народ говорит ему: «Мы верим в Путина и мы верим в Россию». Но это колоссальная ответственность на всех на нас. Нам повезло, у нас сильный, умный, талантливый лидер. И мы сильный, умный, талантливый народ. Каждый, кто поддерживает Путина, должен задать вопрос себе: что делаю я, чтобы не подвести своего национального лидера? Понимает ли каждый из нас, что, говоря «я за Путина», он отвечает за свои дела и за репутацию нашего национального лидера? Путин верит в Россию и верит в себя. И мы верим в Россию и верим в себя. Верим в себя!